До сих пор в протестантских районах города есть рисунки на стенах, прославляющие вооруженную борьбу. Радикалы есть и среди католиков. Они отвергают мирное решение конфликта. Питер Шерлоу преподает в университете Белфаста, и он поддерживает контакт с представителями обеих сторон. Он считает, что радикализм стал большой проблемой. Раньше, может, у одной группы диссидентов было оружие, но не было боеприпасов. Они были у другой группы. А сейчас эти группы заодно, им ясно, что они смогут больше сделать, объединив усилия. И такое развитие дел я считаю очень опасным. Столкновения в Белфасте произошли накануне ежегодного парада протестантского ордена оранжистов. Шествие проводится в честь победы протестантов над католиками в 1690 году. Традиционно в ночь на 12 июля протестанты жгут костры в своих кварталах. Столкновения между протестантами и католиками продолжаются в Северной Ирландии уже три десятилетия. Первые желают оставаться в составе Великобритании, вторые – присоединиться к Республике Ирландия. Конфликты между двумя враждующими группами унесли жизни по меньшей мере 3000 человек.